Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мифические легенды». Ну что, сегодня я планирую перейти на новую локацию. И будем надеяться, что у нас это получится. Так, 7-й уровень имею только я. Что дает мне, в принципе, обалденное преимущество. Я даже могу еще выставить кого-то на поле боя, да? Могу. Вот только кого бы мне сюда поставить-то? Ассасина не хочу, может быть, мага? Давай вот так вот попробуем. 5200 у меня, ребята, 5200. Стоп, подожди, а с какого перепуга? Я же менял, а, точно, он же 7 уровня, поэтому я его оставил. Да ну, тут запинали, вообще на изи. На. Так. Ну что же, первый привет за нами. Ферби бой. А, Ферджи бой у нас. Так, каждая четвертая атака лучника, это понятно. Все чемпионы наносят. Ага. Доносит 10% урона. А это у нас скорость атаки. Давай, наверное, вот это возьмем. Что-то, может быть, нам мага убрать все-таки и поставить вот этого. А, меньше идет. Еще меньше. Вот. Вот кого надо ставить. Наверное, 5100. Ну что, против 4000 проверим, насколько эта команда будет хороша у нас. Так, у него тоже, смотри, этот амбал есть. Смотри. Ты. Шикарное, вот что я могу сказать. Просто шикарное дело. Моих лучников даже никто, ребят, не мог тронуть. Мы просто издалека их всех расстреляли. Ну, здесь, наверное, естественно, Хасграда я возьму на прокачку. Стоп, а у нас что, 64? А, это ОЗ. Это у нас ОЗ, я уже думал, неужели уровень у нас там новый. Смотри. Ё-моё, ассасин, куда ж ты сунул? Йо, его расстреляли. Смотри. Все, расклепали. Куполуп отдуплился. Слушай, Касра. Блин. Вот мы сейчас с Касрой-то как раз и будем драться. Это скорости случайные. Так, все чемпионы получают 3 к защите. Наверное, я вот это вот возьму. Так, смотрим. А он взял себе живучесть. А вот это что за корона? Чемпион Империи получает 5 к защите, если стоит рядом с другими чемпионами Империи. Друзья, у него нет магов. Точнее, нет ассасинов, но у него есть маг. Ну, как бы, надежда на то, что мои лучники просто быстрее его запинают. Но он зомби вызывает, тоже об этом не забывай. Давай. Вот про это я и говорил. Ребят, вот про это я и говорил. Пси. Слушай, ну эти два лучника, конечно, вещь делают. Стоят по сторонам и просто застреливают врагов, не давая, естественно, никакого шанса им на победу. Случайный чемпион получает 50 скорости атаки в начале боя. Вот, заточенный клинок я, наверное, возьму. Надеюсь, это будет мне как-то в пользу. Ну что, поехали. Опять Некрономус. У этих нету ассасинов. Вот когда ассасинов нету, вообще, ребята, топ. Что там происходит, не могу понять. А что это такое за зеленые струи какие-то, видел, были? В данный момент мы выигрываем чисто из-за того, что у нас уровень 7. Вот что я тебе могу сказать.
Блин, еще никто не выбыл. Вот сейчас мы с тобой Ферджи Боя, по-моему, и уничтожим. Так, чемпион Империи получает, понятно, твои навыки. Это навыки моего этого, да? Я, наверное, возьму быстрый штурм. Поехали. Быстрый штурм. Ну, Ферджи сейчас 100% отдуплится. У него тоже, кстати, два лучника, я смотрю. И все Империя, все Империя. Нету, ребята, нежити или еще кого-нибудь. Чисто Империя у него была. И он практически нас выиграл. Но у меня есть чувак, который воскрешается через 3 секунды, поэтому все у нас получилось. Так, двое выбыли. Двое выбыли. Так, что у нас тут? Призывает зомби в количестве равном 50% от твоего уровня легенды. То есть 50%, если он 5 уровня, зомби получается, ну, где-то уровня 2, да? Я, наверное, все-таки крит возьму. Потому что у меня лучники, они должны критовать. Ферджи Бой, он что, до сих пор еще жив, что ли? Ферджи Бой этот. Я думал, мы с ним уже покончили. Не, ну это топ. Пока мне нравится наша команда. Во всем меня вполне устраивает. Ферджи Бой выбывает. Так, нас остается трое. Касра. Блин, Эдона, что ли, взять? Доступны ежедневные награды. Где? Ага, понял. Ну. Так, есть одна эпическая. Ну-ка. Артус. Деньги. Нейра. И Ксайбер. О, друзья мои, у меня двое ребятулик, которые готовы прокачаться. Это Ксайбер и Нейра. И они как раз у нас оба участвуют в боях. Или подожди. Нет, Ксайбер у меня не участвует. А вот Нейра. А Нейра участвует. Вот, наверное, 5 уровень получила. А Ксайбер 6 уровня. А что если посмотреть параметры? Так, скорость, урон 495. А вот у тебя сколько? Слушай, ну у Ксайбера получается круче урон. Но этот-то у нас может... Ну давай проверим. Давай проверим. Такую вот комбу. Давай, 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 со спины. Так, маг в минус. Ребят, по-моему, проигрываем. Не? Да, тут нас, конечно, могли бы разобрать. Лучники. Конечно же, ребята, лучники тут зарешали. Ну что, остается Касра. Прочный щит, 5 к защите. Ну чё? Так, опять задание выполнено. Выиграйте 10 боев. Угу. А, это... Это тот же, которому мы сейчас только что чуть было не проиграли, да? Вон у него тоже, ребята, есть этот недружественный отряд, скажем так. Смотри, как он рубашит. Чувак просто бежит. Вау-вау-вау. Ну все, Касра отдупляется. Шикарно. Ну что, мы получаем с тобой очень много фишек. 22 в данный момент. Знаешь, что я хочу посмотреть? А сколько, блин, не показывает, сколько там вообще вверху максимальная награда.
Ага, 7 уровень может получить Некромус. Клие. И еще сундук. Нефизия. Деньги. Сабер и... Нера. Слушай, знаешь, что я сейчас хочу сделать? Я хочу прокачать... Ну и этого тогда заодно. Ну, возьму я, наверное, вот эту вот. В отряд. Заберите награду. Сундук. Обычные карты. Обычные самые карты. Так, сколько у нас? 236, блин. Еще много нам надо. Бомбиться. Чуть-чуть не хватает. Ну что, поехали. Да, здесь, друзья, уже не прокатит халявка. Ты посмотри внимательно. Уже у всех 7 уровень, у большинства, по крайней мере. Фига он там. Смотри, 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 смотри. Ну, выжило у нас, конечно, тут не очень много бойцов. Вот что я тебе хочу сказать. Так, 6 уровень, да? Выбирай, что нам выбрать. Урон всех ассасинов повышается на 50%, если они атакуют сзади или сбоку. Что у врага? Вот как раз туда сейчас ассасинчик-то и запрыгнет. Я понял, к чему он там все это сделал. Лучников, конечно, много. Ну, давай-давай. Справился, молодец. Но вот этот, конечно, чувак вообще красавчик. Просто ходит и рубит всех налево и направо. Налево и направо. Подожди, что у нас тут? Ага, выбрать. Я выбираю Паштара. Тут что? Награда опять. 4900. Блин, считай одни. Одна это, как ее, империя. Блин, мне не нравится его на этот Паштар. Он сейчас прыгнет сюда, да? В толпу ко мне. Ну да, так и получилось. Фью. Я думал, будет сложнее. Что-то Нера как-то очень быстро уничтожает. Моментально прям. После того, как чемпионы Некрополя погибают, они живут еще 3 секунды. Вот это вот, конечно, живут еще 3 секунды, ребят. 3 секунды это, ну... Если честно, это много. Для вот такой игры это много, 3 секунды. Блин, мой ассасин куда-то прыгает, непонятно куда. О! Оу! Зашибись. Нейра затащила, ребята. Это, оказывается, она стреляет в воздух. И ядовитые стрелы падают на противников. Вот. В чем проблемка. Амиралибил, считай, уже готов. Мы его сейчас добьем, наверное, мне кажется. 25% скорости. Берем. Так, у него 8 хп всего лишь осталось. Тоже у него 2 лучника. Вон, смотри, вон, видишь? Паштар что творит. Лучников сразу уничтожает. И правильно делает. Так.
два выбывают. Блин, вот это вот сильвер мощный, по ходу дела. Прочный щит возьму. 5600, ребята, 5600. Да. Как бы не сфейлиться здесь. С вот этой вот бесевой. Да, ребята, вот это вот плохо. Очень много зомби он наплодил. Ух. Да, не справилась команда моя. Я этого боялся очень сильно. Зомби. Элементарно помешали зомби. Вот сейчас мы посмотрим вот этого чудика. Так, что у нас тут? К защите в начале боя. Кто там у него? Два лучника, ассасин. У него маг. Нужен... Не, Паштар здесь нужен мне, ребят. Вот единственное, что... Эх, вот единственное, что... Вместо лучницы, может быть, нам взять... 208 урона, да? А у нее сколько? Может быть, этого взять? На передовую вот так вот поставить его. Тогда у нас мощь слабее будет. У него ассасин есть? Есть. У него темный ассасин 5 уровня. Ее налево, как лучше сделать? Ладно, попробуем. Попробуем, ребят. Что получится, не знаю. Очень, очень быстро, друзья, погибает вот этот чувак. Надо от него избавляться. Надо избавляться нам, который с мечом бегает. В нем оказывается проблема. Его очень быстро запинывают. То есть, как бы, предлагаю сделать следующее. Ну, тут я возьму Морта. Предлагаю сделать следующее. Убираем этого и ставим вместо него... Вот давай посмотрим. Здоровье 2700. А у этого здоровья так и есть. Вот он почему... Да ё-моё, блин. Вот он почему быстро так и падает. Пять семьсот, 5600, да? Такая вот разница. Маг. Паштар как бы здесь вот против танков, но он, честно говоря, очень слаб. Глупость, наверное, сейчас сделаю. О, нет, 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 нет. Не знаю я, что тут сделать. Как тут лучше сделать. У него уже ассасин есть? Есть, вот он, 5 уровня. Он запинает меня. Он в спину мне наковыляет. А вдруг не наковыляет? Поехали. Рискну. Это сейчас прыгнет, естественно.
Все, я вспомнил. Ну, смотри, 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 блин. Твою налево со своими зомбятинами. Достал он уже, блин. Просто на зомби, ребята, из-за зомби. Так, вот что я возьму. Так, это не тот же отряд, нет? Тот же, да? Просто из-за зомби проигрываем, ребята. Из-за каких-то чертовых зомбятин. Поехали. Другого шанса не будет, ребят. Дракоша затащил. Тут дракоша наш затащил. Так, ну еще никто не погиб. Так, ну-ка глянем. Маги всякие тут. Поехали. Попытаемся. С нами сила. С нами дракон. Да, дракон нам помогает. Очень офигенно, ребят. То есть дракон это как имба, на самом деле, получается. Если дракон тебе выпадает, то обязательно убери. Ну что, у нас битва за первое место. Шесть сто. Эх, надеюсь, Паштар меня не подведет. А дракон появляется рандомно. Сам по себе, в любой точке. От меня тут, как говорится, ничего не зависит. Паштар, прыгай. Так, друзья, в общем, когда зависла игра, у нас получается, что и запись прекратилась. В общем, я выиграл в поединке в том и перешел в таинственный лес. Уиллови, это у нас новый герой, а вот у него чемпионы. Так, где-то я тут читал про этих чемпионов. Ладно, давай партийку забомбим. Попробуем выиграть. Надеюсь, запись не оборвется. Нифига тут. Но все седьмого уровня, нет восьмых. Блин, тут уже новый герой присутствует. Так, здесь я вот этого уберу. Здоровяка, да, и поставлю Нейра. Попробуем, блин, там ассасинов целая куча. Фига он прокачал уже. Он 100%, ребята, покупал пак. Ну что, попробуем бомбануть. Получится у нас или нет? У него ассасин, блин. Куда ты пошел-то, здоровяк? Ё-моё. Так, ну здесь, здесь вообще как-то легко получилось все.
Блин, теперь после каждого поединка мне надо, ребята, смотреть, не сбросилась ли запись. Потому что не знаю, что происходит. Обрывается на ровном месте. Так, что мы тут возьмем? Наверное, я возьму вот так вот. 5600, ёк-макарёк. Да я хотя бы гляну. А чё он такой жесткий-то? Я не... Нет, у него там 6-й уровень. Практически все 6-го уровня. Я-то тут сфейлюсь, скорее всего, друзья. Хоть по штартам мага бомбит. Ой, как долго он его. Как он его долго бомбашит. Но, тем не менее, мы здесь выиграли. Это приятненько осознавать. Так, я пока на первом месте. Вот еще Супра. Блин, то хотел сказать, Супра не дрался. Оух. Алвар. Гренвар. Наверное, я возьму Гренвара. Тут я даже не прочитал про него. Так, отбрасывает соседних врагов назад на две клетки, нанося 100% урона атакой. Ну, пока он, мне кажется, будет слабоватый. Второй уровень. Так, Супра, что он имеет? 5-го уровня уже, вот этот охламон у него, прикинь. Да, он там... Трындец, ладно, давай проверим. Ну, мне кажется, тут я сфейлюсь. Если он еще откидывает на две клетки назад. О-о-о-о. А он что там? Это кто такой? Какой-то, видел, ходунок идет, идет так медленно, медленно. Ну, как видишь, не дошел. Так, я пока на первом месте. Люцифер. Блин, я хочу, ребят, уже 7-й уровень получить. Так, амулет здоровья мне не нужен. Я, наверное, когда случайно чемпион умирает, он... Нет, это не надо. Пока команда у меня рулит, я менять ее не буду, ребят. Два ассасина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фига. У него ассасин-то какой мощный, ты посмотри. Так, Люцифер, наверное, тебе кранты, да? А нет, еще живет. Ну, ассасинчик у него там был хорош, хорош. А Свайк. Так, кто такой Свайк? С чем его едят, а? Снижает получаемый урон, если легенда проигрывает в бою на 5%. Не знаю, о чем они. 4800. Блин, ну с этой командой мы, по-моему, дрались. По-моему. Давай попробуем. Видишь, вот этот чит, он рандомно. Он может вообще, ребят, на лучника упасть. Это чит и все, и на лучника вот сюда. Давай, давай, мага, мага. Да что ты там еле-еле, блин. Блин. А чё? Все, мы проиграли. Я офигел с этого, с нашего ассасина. Так, что это? 5 секунд перемещается на арене, на сайте. Так, обезвредит каждого вражеского. Слушай, вот это я возьму. Так, вот с этой командой мы дрались. Но опять же, друзья, рандом такая штука, просто непредсказуемая. Он, вот он возьмет какую-нибудь прокачку чего-нибудь другого, да, и все, ребята, и он может затащить. А торнадо сразу появляется.
Вон, смотри, что у него делает ассасин. Да. Как они меня достали со своими зомбятинами, а? Я не могу просто уже. Вымораживает. Чё-то этот лучник у меня не тянет. Как ты всех в кучу там поставил, непонятно. Почему он всех... А, я понял, почему он сзади всех держит. Все, попробуем вот так вот сделать. Потому что сзади еще дойти нужно, а издалека можно бомбить. Наверное, в этом весь прикол. Сейчас проверим. Да что ты, блин, тут... Ассасин просто меня вымораживает. Лучника. Фух. Я, наверное, вместо ассасина возьму лучника. Я не знаю, почему. Почему вот, почему-то так вот надо делать. Ух ты. Цидара. Кто такая Цидара? Не дает цель двигаться 3 секунды и наносит каждую секунду 100 урона. А, это местный их не... Местный ассасин, так скажем. Лесной. Но опять же, нет смысла пока ее брать в отряд. Даже не знаю, как тут. Мне кажется, ассасина нужно менять. Я поставлю, скорее всего, сюда лучницу. 5700. Вот так вот. Попробуй. Лишь бы, блин, не свалиться. А он опять с нежитью, да? Это же с нежитью. Ну да, свайк. Что там происходит-то, не пойму. А сфига ли? Ребята, это что такое сейчас было? Он вообще неубиваемый был. Он был неубив... Я выбыл. Все, ребят. Зашибись. Поиграли. Ну, хоть Хасгарда дали прокачать. Уже спасибо большое. 5-го уровня теперь он будет. И знаешь, почему, ребята, он не падал? Хочешь, я тебе скажу? Он взял себе перк, который, если нежить погибает, то на 3 секунды на поле боя стоит. То есть, получается, я его убиваю, а он еще 3 секунды бегает. Вот почему. А за эти 3 секунды он опять успевает переродиться. Поэтому и получается, что он как будто бессмертный. Надо будет это... иметь в виду на будущее. Ну что, друзья, а на сегодня мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.